Так, хорошо, что у меня всегда есть экстренная помощь. У меня здесь вот Эльбифит, лактобифидобактерии. Он, правда, их не пьет, но все-таки попробую, может, развести в сиропе. Дальше вот такой сироп с лецитином. Дальше природный нулиновый концентрат. Это мягкий сорбент, очень классный, хороший для детей, иммунитет. Ну и, конечно, кишечные инфекции убирает. Хорошо, что дома вот такой вот ИПАМ-11, это тоже, если есть отравление, ротавирус, что-то такое, любые проблемы с желудком у взрослых и у детей. Его закапала. Топивишка, это, в принципе, тот же самый природный нулиновый концентрат, просто в таком, в шариках, как конфетки. То есть он у меня просто кушает, как сладости, в то же время полезное. Тоже здесь инулин и мягкий сорбент. Витаминку дала, ну, витамины у нас всегда нужны. Вот, в принципе, все. Сейчас, наверное, что еще дала? А, вот такой детокс еще дала, тоже витаминки вкусные, жевательные. Посмотрим, как будет себя чувствовать в течение дня. Обильное питье, конечно, обязательно.